День первый, утро. Мне нужно накопить и выплатить $2500 за 4 дня. Пока светит солнце, я могу спокойно ходить и изучать локацию. Но как только наступит ночь, нужно будет действовать осторожнее. Ведь я буду здесь не один. Соответственно, что у нас здесь есть? У нас есть дом на колесах, канистра топлива на почти 3 литра. Это, кстати, достаточно неплохо. Так, ящик для продажи, патроны, электрическая ограда, которая запитывается от этого генератора, и 0 литров в генераторе. Зачем все это нужно? Сейчас объясню. Соответственно, заливаем топливо. Вон там индикатор, кстати, у нас повысился. И включаем. После этого электрическая ограда начинает работать, но я вам этого не покажу, потому что я не мазохист. Так, соответственно, это мы сразу продаем, потому что это нам нафиг не надо. У нас тут есть аптечка, камера. Кстати, я ее возьму. Значит, задача этой игры — погасить долг за 4 дня. Также тут есть ноутбук, в котором есть магазин предметов. Фотосток, куда я буду загружать фото на продажу. Медпомощь, но я не могу ей пользоваться, потому что я играю один. И новости. Каждый день новости случайно обновляются, и это влияет на игровой процесс. Соответственно, чтобы не тратить топливо, генераторка я выключу, потому что у нас уже осталось меньше 1,5 литра. Чтобы выплатить долг, мне предстоит искать предметы, случайно появляющиеся на карте, и относить их в ящик для продажи на базе. На следующий день оно продастся. Мы увидим результаты и насколько мы там вообще все напродавали. Также с помощью камеры я могу снимать всякие странные вещи и загружать это на фотосток. Это я споткнулся об пенек. Но есть одно но. Сейчас утро, а скоро настанет ночь. А ночью будет ой как несладко. Кто-то потерял штаны, я это сфоткаю. Зачем, узнаете? Да что ж такое? Зачем я фоткаю чужие штаны, узнаете потом. Соответственно, локация каждый раз генерируется по-разному, то есть каждая игра индивидуальна. Так, что у нас там? Там какой-то домик. Пойдемте глянем, что за домик. И как... Да твою же мать, господи. Так, дом. Что у нас в доме? В доме... О, одежда, которую можно тоже сфоткать. Пройти я туда не могу, потому что тут все заколочено. Может, я через окошко что-то смогу? Не, нифига. Ну, там, в принципе, не густо. Всего лишь банка с краской очередная. Господи, как она меня задолбала. Вот, нужно найти что-нибудь, чтобы открыть, сломать доски. Опа. Олень. Ха, олень. Ха, олень. Так, тут у нас появилось что? Какой-то навес. Соответственно, что это? Моток проводов на 4 метра, нифига себе. Это ж сколько меди, это ж сколько продать можно. И он, кстати, тоже тяжелый. Я могу носить только его, соответственно. Так, что у нас тут есть? Ящик с припасами. Кот. Не, короче, я не знаю, кот, ладно. Какая-то пещера. О, нифига себе, это что такое? Кошелек на 58 баксов, вот это нам надо. И заяц на 0,4, серебряный заяц. Кстати, это очень достаточно редкий предмет. Он мне как-то начал часто падать. Что-то как-то пока что... Опа, вот это мне надо. Костяшку надо сфоткать. Видимо, кого-то тут загрызли. А я хожу и фоткаю. Кстати, вот здание какое-то, тут тоже заколоченные доски. И там лежит металлолом, я бы его хотел забрать. Как-то так будут зарабатывать ютуберы после 24-го года, когда YouTube окончательно заблочит. Так, вот оленя я хотел... Твою мать. Стой! Стой, сука. Я хочу сфоткать оленя! На твою мать! Стой, падлы! Опа. Все, я его сфоткал. Надеюсь, за мое криворукое фото мне дадут хотя бы нормально денег. Найдем продавать все вот это сюда. Так как у нас нет дробовика, думаю, патроны я тоже продам. Так, день первый, ночь. Вот и настала ночь. Настала ночь. Что же у нас будет? Так, как видите, темно просто пипец. Поэтому включаем генератор. Сколько у нас там? О, литр топлива всего лишь остался. Так, что я могу делать? Я подхожу с камеры к ноутбуку, захожу на фотосток. У меня есть 3 фотографии. Продолжить, продолжить. Загружаем. Интернет, не подведи. Так, опубликовать. Опа, штаны запостил, кости, 41 бакс, нифигово, и олень 19, ну ладно, сойдет. Так, аптечку я на всякий случай возьму, потому что кто знает, что будет ночью. Генератор пока выключу, потому что у нас 600 миллилитров осталось. Но так как долг-то надо выплачивать, сколько у нас денег-то? У нас $68 из 2500. Ё-моё, ну надо двигаться, значит. Так, наступила ночь, ой-ой-ой, господи, тыква. Что у нас тут есть? Слышали? Гудок. Ну. Видели? Сука. А чё я гудком этим сделал? Я просто прикол в том, что я не знаю, сколько у гудка этого. Ну, но у него есть определенное количество зарядов. Я не знаю, сколько у него зарядов, а мне как-то нужно долг выплачивать. Я не знаю, нафиг, все, я на базу. То есть, как вы видите, помимо меня тут на локации есть еще одно животное.
страшная достаточно, которая будет мне всячески мешать. Вот. Ну, ночью там хорошие предметы тоже выпадают, поэтому мне нужно ходить их собирать, а вот это вот чувырло будет мне всячески мешать это делать, поэтому... Да твою мать! Так, у нас тут продам гараж, класс. Вот это объявление. Так, страшно. Опа, лом нашел, 60%, 60%. И лопату нашел, офигенно. И водительские права просрочены. Ну, хотя бы какие-то у меня будут. Все, тогда я думаю, надо пойти вскрыть какое-то здание. Вообще любое. Блядь, вот это я попал, конечно. Вот это я попал. Куда мне идти, как мне? Сука. Твою же мать, где лом, куда я его просрал? Вот он. Иди нахер! Так, у меня есть аптечка. У меня есть аптечка. Ничего страшного. Все. Если что, два удара по мне, и все. Я умер, короче. Все. Это смерть. Я сдох. А, бля! Ну, долг-то нам надо как-то выплачивать. Как бы страшилки страшилками. Лом. Опа, металлолом. Вот этот металлолом. Да, я про него говорил. И вот это... Опачки, вот это нам надо. Видите, кровь. Опа, вспышка. Сука. Не, все, нафиг, я это днем буду лучше делать. Я это буду делать лучше днем. А то я сейчас реально сдохну от киски. О, надо запомнить. Так, там клад был. Сука, олень. Я пойду хотя бы вот это сбагрю все на базу. Да твою! Я такой сидел, блин, было бы прикольно, если бы игрок, короче, бегал и спотыкался обо все подряд. Конечно, не я это реализовывал, но идея была моя. Так, скидываем всякое говно ненужное. Я не понял, гудок-то вообще работает. Блять, да что ж тебе тут надо-то? Ладно, я... Пока ночь не закончилась, нужно выгрузить фотки. Так, что я там сфоткал? Так, кровь, 39 баксов, ну хоть что-то. Так, нет, я днем лучше туда пойду. Сука, да, иди отсюда. Так, чё, аптечку? Я не могу себе позволить, у меня 68 баксов, я нихера не могу себе позволить. Там еще волчара ходит, как мне выплачивать долги, сука? За мной придут коллекторы и убьют меня. Сколько у меня? У меня ноль, бля, у меня ноль топлива. Класс, просто прекрасно. А гудок-то работает? И я вот этим собрался его напугать? Вот этим вот? Класс. Волк, иди отсюда, пожалуйста. Волчок, не надо меня кусать за бочок. Спасибо. Сука, побежал. Сука, ночь заканчивалась, у меня нервы шаля. Да ёб твою мать, что тебе надо тут? О, правильно. Так, что мы продали? Так, я ранен. Канистра топлива. О, нифига себе, на 675. Но все равно этого недостаточно. Фига я тут напродавал всего. Гудок, одна штука, 86 баксов. И фоток 4 штуки продал на 122 бакса. Ну, нормально. День второй, утро. Так, первым делом, что нам нужно сделать? Это закупиться. Потому что с моим хп, вот этим покраснением экрана, это, конечно, проблемно. Класс. Ну так как у нас в ноутбуке сдохшая батарея, я ничего не могу сделать. Поэтому первым делом надо идти искать топливо для генератора. Потому что я даже без топлива не могу связаться со внешним миром. Просто я лох. Без топлива я лох. Ну, спрей, краска, класс. Как она мне поможет, я не знаю. О, капкан. А вот это мне может помочь, кстати, зажигалка. Но опять же, без топлива, что мне делать-то? Ёпта. Так, я поставлю капкан здесь. Все равно ограда не работает. Пойду, во-первых, сфоткаю. Там были какие-то улики, которые можно сфотографировать и получить деньги. Опа! Вот это мне надо. Только как я их загружу, если у меня нету топлива? Так, что у нас тут есть? Опа, обычная зажигалка. А это какая? Тоже обычная. Что ж такое-то? Какие-то мусорные предметы. Еще один лом. На сколько? 32. Ну ладно, я возьму. О, олень. Сука, убежал. Тут от расстояния зависит, как бы, цена фотки. То есть, если я с такого расстояния сфоткаю оленя, ну, это будет фиговая фотка. Опа, а вот с такого уже... Вот с такого уже хорошо. Посмотрим потом, как будет на деле. На, вот у меня и лом сломался. Килограмм металлолома. От это 0,8. Слушай, ну это будет получше, чем молоток сраный. Опа. А вот это вот интересно. Мне нужно топливо, я не могу пользоваться компьютером, я не могу даже посмотреть, как новости сегодня, что я могу дороже продать, что дешевле. Как вы видите, эта игра полный рандом, то есть сегодня мне везет, завтра мне не везет.
Ночь настала. А я по-прежнему не могу ничего купить. Смотрите, еще ночью появляются, вот видите, светятся, это минералы. Они появляются только ночью, и, соответственно, вот, минеральный камень. Они тоже различаются по цене, но у меня, к сожалению, нет кирки. У меня есть только лом. Так, ладно, тогда аккуратно ходим у базы, собираем вещи, пока волчок нас не убил. Блять, твою же мать. Твою же мать. Ладно, кладем это сюда. Так, и главное не забыть про вот этот вот капкан, а то я в него наступлю, и все. Сука, он вышел, он идет ко мне, сука. Кажется, он идет ко мне, реально. Он что-то знает, он увидел, что я его заметил. Он, сука, да иди ты отсюда в жопу, ё-моё! Ну вот что тебе тут надо, ё-моё? Он же карабкаться не умеет? Не умеет. Ну и чё, мне тут сидеть теперь всю ночь, что ли? Класс. Это как вот эти вот истории, где чуваки залезают на дерево и сидят потом несколько суток, пока там волки охраняют. Только волк тут один. Вот тварь. О, вроде убежал. Так, это мой шанс. Есть вещи пострашнее монстров. Это кредиты. У меня развивается паранойя еще. Блять, сука! Блять, мне просто нужно топливо. Мне нужно топливо, и чтобы настал день. И все, я буду очень счастлив. И еще, чтобы вот эта вот красная фигня по краям экрана прошла. Эта ночь просто бессмысленна. Я мог бы ходить лутать. Но меня... Да, о! Все. Отвалился. Давай, быстро! Быстро на базу! Быстро на базу! Быстро на базу, говорю! Беги, сука! Давай, мне хотя бы что-то продать надо, чтобы... Это мой шанс. Это мой шанс. Это делать нет. Так, о, еще одна странная игрушка. Как видите, это умная сволочь. Он меня пасет. Он не дает мне ничего делать. Просто тварь. Опа, капкан. Может, тут есть... Опа, аккумулятор. А что дороже, аккумулятор? Аккумулятор или эта штука? Аккумулятор, наверное. Я буду перемещаться по периметру карты. Сука, вон он идет. Ё-моё, ну что ж тебе надо? Нет, ты негодяй. Где он? Я его не вижу. Я его не вижу. Фу, слава богу. Так, я по-прежнему ранен. Че у нас? Итого 193. До погашения задолженности осталось 2 дня. А у меня всего лишь 936. Ёб твою мать. Ну ладно. Ладно, может... Может, мне повезет, я хотя бы мне канистра выпадет какая-то. Так, это продаем, это продаем, это продаем. Я даже ничего купить себе не могу. Не, вернее, я могу купить, но у меня 0 литров. Так, крип забираем, это собираем. Первым делом нужно канистру найти. Если не выпадет канистра, все, это смерть. Блять, сука, олень. Канистры точка нет. Зажигалка возьму на всякий. Так, штаны. И вот это все я, конечно же, не могу сфоткать, потому что у меня памяти... Ну ладно, чё? О, еще одна улика появилась, которую я, сука, снова не могу сфоткать. Я просто хочу в ноутбук зайти. Я просто хочу купить себе, блядь, что-то. Опа! Слава господи, хоть что-то, хоть что-то. Спасибо большое, аптечка. Я задолбался бегать с этим вот красным экраном. Ночь. Ну ладно, у меня хотя бы теперь 2 хп. Хотя бы 2 хп. И выставляем оборону. Так, главное не попасться в этот капкан. Соответственно, один капкан мы ставим сюда. Другой капкан мы ставим сюда. И еще один мы ставим сюда. Все, волк не пройдет. Но толку от того, что он не пройдет, если у меня нету топлива. Ну ладно, мы, конечно, можем кое-что попробовать. Опа, это что такое? А, о, что, водительские права действующие? Я даже не могу посмотреть новости. Я не могу оценить, что я могу сегодня продавать, а что нет. Твою мать. Опа, слышу. Кого-то загасил там уже. Да твой! Блять, это... Мне кажется, это невозможно. Это мне в данном случае невозможно это выплатить. Типа, еще 2 дня. Сука, сука, сука. Блять, он идет со мной! О, боже, вот это было страшно, реально. Так. Ты чё, меня теперь пасти тут будешь, гнида? Иди-ка в жопу. Вон там 3-4 капкана. Чё ты тут-то бегаешь?
Ты мне помочь, может, хочешь с долгом? Иди-ка нафиг. Блять! Попался! Ой, бля, кажется, он еще больше разозлился. Вон там, олень, иди его вали. Че меняться? Че происходит? Он, походу, он так и поступил. Так, в какой капкан? Опа, в этот капкан он попался. Походу, реально он оленя завалил. Это не отменяет того, что мне надо дальше идти лутаться. У меня нет выбора. Мне нужно найти канистру с топливом. Блять, сука. Тут. Есть? Топливо! Топливо! 3-4 литра! Где он? Блядь! Я упал, сука! Куда он побежал? Блядь, он туда побежал. Иди-ка. Быстрее, вставай! Канистр с топливом, давай, я обязан ее донести просто до дома. Я обязан, ну как до дома, до трейлера, блядь. Я живу в трейлере. Это моя обязанность в данный момент, донести канистру. Блядь, сука! До трейлера, завести генератор, купить себе аптечку, что угодно купить. Все продать фотки и... Найс. Есть плюс. Вот эта вот ограда, она же бьет током, поэтому он сюда не зайдет, пока это работает. Так, первым делом не забудьте подписаться на мой телеграм. А то многие из вас спрашивают, когда видео? А все ответы это в моей телеге. О, деньги есть. Покупаем это. И пока все, конечно, можно... О, может купить аккумулятор на ноутбук? Да, пожалуй, так и сделаю. Сейчас смотрю монтаж. Чел, у тебя проблемы с деньгами? Нахуй ты его купил? Мне сейчас нужно загрузить фотки. Так, это продаем. Лопату оставим, потому что лопата еще нам пригодится. Я купил, на следующий день доставят нам все товары. Так, 5 файлов. Последний файл у нас какой? Это кровь, я сфоткал. Хорошо, загружаем. 4, 5. Опубликовать. Так, кровь, останки, олень, труп оленя, кости, о, дорого, кстати, и кости, класс, все, теперь я снова могу пользоваться фотиком, поэтому, да, давай, подходи сюда, там еще 2 капкана для тебя открыты, или 3, сколько? Ха-ха, испугался, все, видите, он не хочет больше сюда идти, правильно делаешь. Бля, ой-ой-ой, а он-то злится, посмотрите на него. А он-то злится. Как вы понимаете, я в теории могу всю игру просидеть в этом фургончике, но просто прикол в том, что... А как я выплачивать-то буду? Никак, если он меня пасти тут. Да иди ты в жопу отсюда, господи. Так это же уже ночь закончится. Иди бегай с той стороны, чё ты... Опа, ну 500, блин. Хотя, в принципе, с учетом того, что я потратил, до погашения задолженности остался один день. Но это мне надо поднапрячься, значит. Мне сейчас нужно сделать больше 1000 баксов за день. Так, ну у нас есть канистра топлива, аккумулятор для ноутбука и аптечка. Наконец-то этот красный фильтр уберется с моего лица. Так, у нас 7 литров теперь, господи, все, слава богу. Аккумулятор я могу вставить на ноутбук, после чего, если я включаю генератор, там идет процесс зарядки, если вы видели вверху справа. Соответственно, новости. Инвестор радуется, металл значительно подорожал за последние сутки. Ага. Так, соответственно, если я сейчас наберу кучу металла, в таком случае я смогу его очень грамотно продать. Тогда... О, металлолом, вот как раз таки есть. Почти 2 килограмма, класс. Фоткаем. Чьи-то останки. Опа, вот это тоже. Это важно. Это, видимо, волчок поцарапал. Опа, еще. Класс. Сука, да что ж тебе тут надо, парнокопытный? О, капкан. Класс, у меня уже 5 капканов будет на базе. Блять. Еще одна канистра. Вот где ж ты была раньше? Ладно, блин, у нас как-то... Что с лутом не везет вообще что-то. Блин, вот одному в эту игру, конечно, сложнее играть, потому что я не успеваю пропылесосить всю локацию. Вот если бы играть с друзьями... Я хочу пригласить поиграть в этот режим Вику и Хейдвельда. Думаю, это будет весело. Может, потом еще кого-нибудь? Ну ладно, я собрал хотя бы один металлолом. Так, топливо сколько? 1,3 я продаю. Прям не пустую канистру, как раньше, а вот так вот продаю. Продаю вот это и металлолом. Ночь только настала, он уже там бесится. Так... Получается, это последняя ночь, как у меня задолженность. Надо сделать как можно больше фоток. Так, 5 файлов. О, видите, зарядка пошла. Так, последнюю фотку, которую я делал, это кости, ага. Публикуем, кости. Так,
Он не засчитал, что это монстр. Ну да, тут непонятно, в принципе. Труп оленя, останки, останки и царапины, и останки. Ну, нормально. Так, надо развернуть капканчик еще один. Кстати, тут есть такой прикол. Если олень сдохнет в капкане, то с меня штраф вычтут. Есть тут что? Но есть же... Блять. Есть же что-то такое, что я не предусмотрел. Где я не посмотрел. Блять, вот это... Блять! Блять! Супер, просто супер. Блять, как бы в свой капкан не попасть. Ой, мне кажется, я... Ой, мне кажется, я не выиграю. Сука, ну блин, сюда. Иди-ка ты в жопу. Вот, смотрите, 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 смотрите. Опа! Кого это ужалило? А кого? А кто это в капкан попал? Но я не буду выебываться, я, пожалуй, пойду сюда. Мне кажется, я не выиграю. Он пошел сразу же оленя херачить. Смотри, 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 смотри. Оба! Все, пипец. Че, на меня переключился, что ли? Ты че, фиг? Волчара, ты че? Опа! Кто попался у нас второй раз в капкан? А кто попался в капкан второй раз? А кто третий раз попался в капкан? Иди сфоткай. Опа! Так, сразу загружаем эту фотку. Может, она кому-то понравится. 49 баксов. Слушай, а ты прибыльный? Иди сюда, я тебя буду щелкать всю эту ночь. Может, выиграю. Вон он убежал. Ну, конечно, одному да, это сложновато немножко. Но интересно. Спасибо, кстати, ребятам, которые помогали мне делать этот режим. Урану, Тинпису и всем моим ребяткам. Просто благодаря ним, ну, их техническая часть просто волшебно великолепна. Типа, я бы так не смог, реально. Катушка. На 2 метра. Всратая катушка. Блин, ну хотя бы, я не знаю, гудок какой-нибудь. Гудок, гудок! Бля, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста. Я просто, я не буду нажимать, потому что я не понимаю, пустой он или нет. Если он не пустой, хотя бы одно использование у него есть, я могу спастись на разочек. Ну, ладно. На меня, да? На меня бежит, на меня бежит! Сука. Ну, давай пробуем. Фух. Есть одно использование, хотя бы одно. Я не знаю, есть ли второе. Иначе он может сделать вот так вот. Ну-ка. Я вот сейчас проверю. Если... Блядь! Нет, 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 нет! Где гудок? Это было позорно. Это правда было позорно. Я споткнулся, у меня вывалился гудок из рук, и я сдох. Пипец.